Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана, и сегодня мы с вами разговариваем о вот этих чудных штуках под названием гидрозатворы. А для чего вообще они нужны? Существует определенная группа людей, которая считает, что, конечно же, это все бред, это все не надо, и прям спиной у рта почему-то вот доказывают это другим. Ну, в современном мире, на самом деле, такой достаточно странный посыл. С таким же успехом можно говорить о том, зачем нужны GPS-навигаторы, можно ездить по бумажным картам, зачем нужны вообще кондиционеры, да, в автомобилях, особенно летом, там в 30-градусную жару, можно открыть окна. Ну, если развивать тему дальше, то, в принципе, ну, зачем нужны автомобили, можно ходить пешком, ездить на телегах, как там 100-200 лет назад, да, и быть при этом счастливыми. Ну и дальше тему можно развивать и развивать. Конечно, например, тот же GPS-навигатор человеку-профессионалу, профессиональному водителю, который хорошо знает, может быть, даже многомиллионный город. Конечно, ему эта штука не нужна, но тому, кто садится там первый, второй, даже 10-20 раз за руль, да, это очень хороший помощник. Ну, смысл понимаете, да? А теперь давайте коснемся уже конкретно тему вот этих самых штук, как бы для чего они нам. Ну, я думаю, что из моего предисловия вы, конечно же, уже поняли, что в первую очередь для удобства, ну и поговорим, где же действительно нам удобно их применять. И как вишенку на торте добавлю маленькую историческую справочку. Тоже бывает, что люди говорят о том, ну а как вот раньше? Даже раньше, в Древнем Египте, когда вино ставили, амфоры, ну, либо там какие-то у них были кувшины, их закрывали крышечкой, пробочкой с тростниковой соломинкой. То есть даже тогда о каких-то таких элементарных вещах задумывались. Ну, а теперь переходим непосредственно к нашим баранам, а точнее к затворам. Чтобы нам разобраться, для чего они нам действительно нужны, нам следует вспомнить винные технологии и особенности брожения вин. Напомню, значит, у нас есть виноделие по белому, когда мы отжимаем сок и ставим его сбраживать в какую-то емкость. И виноделие по красному, когда у нас первое время сок, сусло бродит на мезге, то есть на кожице, на косточках, иногда на гребнях. И брожение. У нас есть брожение спиртовое, когда сахар превращается в спирт, и брожение яблочно-молочное, когда более агрессивная яблочная кислота превращается в более мягкую молочную. Все это идет с выделением углекислого газа. Ну, сейчас будем пытаться параллельно все это объединять. Значит, виноделие по белому. Там сусло очень подвержено окислению, и ему нужно как можно меньше контактировать с кислородом. Следовательно, мы заливаем все в какую-то емкость, и нам надо чем-то закрыть. Каким-то клапаном, чтобы углекислый газ выходил, потому что, особенно в первое время, вот сейчас мы касаемся спиртового брожения, первая его фаза, она достаточно бурная, идет с активным выделением углекислого газа. И потом уже, когда остается совсем немножко сахаров, брожение идет более слабым, и выделение углекислого газа становится меньше. Так вот, то есть нам все равно как-то надо защитить. И белое сусло, они наиболее как бы подвержены воздействию кислорода. Следовательно, нам надо чем-то закрыть. Конечно, мы можем использовать какой угодно клапан. Там затыкать, как кто-то предлагает, ватками всякими. Да, пожалуйста. Но сейчас мы будем разбирать дальше. И я объясню, почему удобнее использовать все-таки какие-то другие приспособления. Значит, дальше. Если мы говорим о красной технологии и о начале спиртового брожения, брожения на мезге, конечно, в тот момент нам точно никакие затворы не нужны. Брожение идет очень интенсивно, выделение углекислого газа, оно очень интенсивное, углекислый газ тяжелее воздуха, и даже если мы все будем сбраживать вот в таких огромных чанах под открытым небом, ничего страшного не будет.
потому что углекислого газа много, и он хорошо защищает. Но со временем сахара становится меньше, и брожение начинает замедляться. И, соответственно, углекислого газа становится тоже меньше. И он уже начинает гораздо меньше все это защищать. А еще, ну, как правило, в этот момент мы уже снимаем сусло с мезги и ставим его в какие-то, ну, как правило, бутыли, да, какие-то емкости. И вот в этот момент тоже выделение углекислого газа еще идет, но оно уже не такое большое. И если мы, например, такую емкость, ну, даже бутыль, оставим открытой, конечно, может быть, даже ничего критического не случится. Но может и случиться, потому что именно на этих последних этапах дрожжи у нас становятся капризными. И брожение идет более капризно. Я уже не буду вставлять кадры из предыдущих видео, ну, как говорится, кто хочет поверить на слово. Например, перепады температур на вот этих последних этапах, они уже вводят дрожжи в другие состояния. То есть пока тепленько идет брожение, идет выделение углекислого газа, становится прохладно, даже небольшие перепады температур на уровне день-ночь, а мы ставим вино осенью, когда вот эти перепады температур, ну, они имеют место быть. Так вот, даже там, кто перчатки использует, наверняка замечали, перчатка утром всасывается в бутыль, днем температура немножко поднимается, и перчатка либо просто повисает, ну, либо начинает немножко надуваться. То есть идут уже колебания. И надо ли мне объяснять, что в этот момент такие сусла все-таки они подвержены воздействию, ну, того же кислорода, если мы, например, оставим емкость открытой. Конечно, можно использовать любые крышки, да, там любые затычки, перчатки, напальчники, все что угодно. Но есть еще вопрос удобства. Наверное, один из самых распространенных комментариев приблизительно в этот сезон это: у меня упала перчатка, что делать? Перчатка имеет определенный объем. Чистая физика. Да, пока у нас брожение шло бурно, выделение углекислого газа, его был большой объем, у нас перчатка надувалась. Сахаров становится меньше, углекислого газа становится меньше. И его уже не хватает до того, чтобы перчатка надулась. А брожение все еще идет. И если вы вот следите по перчаткам, по таким затворам, крышкой, сейчас я покажу. Вот такого плана затвор, правда, я его переделала немножко, чтобы мне так удобнее. И я вам очень часто рассказываю, что один из признаков брожения — это наличие пузырьков на поверхности. Но мне кажется, что иногда мои вина, сусла, они готовятся к съемкам, и просто вот такие классные примеры получаются. Ну, солнышко на бутыль отсвечивает, но я думаю, что поверите на слово, абсолютно гладкая поверхность, абсолютно. Смотрите, я перевожу на затвор, он даже булькает. Вот сейчас я специально еще чуть-чуть поговорю, чтобы было видно, что он не только стоит на разных уровнях, а он еще реально и булькает. То есть выделение углекислого газа идет, ну, скажем так, конечно, не очень интенсивно, тут не стреляет как автомат, но тем не менее еще достаточно активно. Ну вот надо в ней чуть-чуть еще поговорить, да, видно, что вот-вот оно должно булькнуть. Оп, вот, видите? Ну, да, длинновато между бульками, но тем не менее. Смотрите, я даже специально открыла его. Там он какой-то, вон, единичный пузырек. Камера не хочет фокусироваться. Вот, единичный пузырек. А видите, перламутр. Да, это уже винный камень пошел образовываться. Пузырьков очень мало. И
по такой поверхности можно сделать вывод, что брожение уже закончилось. Хотя вот поверхность сусла абсолютно гладкая. И использовала бы я, ну, может, перчатка бы тут еще чуть-чуть и надувалась, но если бы я использовала вот этот затвор в том виде, в котором он есть, я бы уже подумала, что брожение закончилось. И что в это время происходит? Такая наиболее частая ошибка, значит, люди считают, что все, брожение закончилось, снимают с осадка. Я даже специально вам покажу, видите, беленькое в осадке, это дрожжи. Но будет ошибка говорить о том, что дрожжи мертвые. На самом деле, часть этих дрожжей, она живая. И даже те дрожжи, которые там мертвые, они могут служить пищей дрожжам живым. Есть даже такая специальная технология, которую используют для производства астиспуманта, называется биологическое азотопонижение, когда сусло все время снимают с осадка, таким образом лишая его питательных веществ и очень сильно замедляя брожение. Так вот, что происходит? Мы думаем, что у нас все закончено, снимаем с осадка, тем самым уменьшая количество дрожжей, да? Закрываем и куда-нибудь уносим в погреб. Проходит некоторое время. Ну, во-первых, тут еще напомню о том, о чем я вам говорила в начале, что брожение есть двух типов. Спиртовое и яблочно-молочное. Оно тоже идет с выделением углекислого газа, правда, не с таким большим. И если для белых вин допускается и даже принято, чтобы яблочно-молочное брожение не проходило, то для красных оно должно пройти. Тогда вина получаются мягкими, приятными, у них не будет такой кислоты, резкой и выделяющейся. Да? То, что для многих очень важно, чтобы вино не было кислым. Но вот это самое яблочно-молочное брожение, оно, конечно, когда-нибудь пройдет. Вопрос, когда? И оптимальная температура для него 20 градусов. Напомню, мы считаем, что у нас все закончилось. Переливаем, закрываем, уносим в подвал, в прохладное место. Идет время. Идет. А микроорганизмы там есть. Еда для них там есть. Их, конечно, мало, им холодно. Но они немножко посидят, подумают. Да решат проявить активность. И что мы получаем? Мы получаем такие, скажем, не совсем приятные сюрпризы в виде сорванных крышек, сорванных пробок, возобновления брожения. Часто это происходит весной. Как говорят, когда в виноградной лозе начинает по весне идти сок, возобновляются некоторые бродильные процессы. И если мы еще какими-нибудь откопроновыми крышечками закрыли, ну ничего страшного не случится. Но если мы молодцы, закатали все, либо там разлили в бутылки раньше времени, что мы получаем? Ну, мы получаем испорченную посуду. Вино может быть не испорченным. Нет, оно, ну, поиграет, будет у вас игристое. Но такие вот неприятные сюрпризы могут быть. Более того, чем еще чреваты недоброды, вот когда у нас спиртовое брожение не завершилось до конца? А, конечно, это бывает не всегда, но если у нас есть остаточный сахар, то может найтись тот, кто его съест. И этот субъект не всегда бывает хороший. То есть такие вещи могут привести в том числе и к порче вина. Много рассказов, да? Так вот, когда у нас есть вот такая штука, она нам очень сильно облегчает жизнь. Напомню, еще начала, да, и приводила пример с GPS-навигатором. Есть профессиональные водители, которые все время ездят по многим маршрутам, и у них уже карта вот здесь в голове гораздо лучше любого GPS-навигатора. Точно так же есть страны с традиционным виноделием, где вот эти вот технологии впитываются с молоком матери, где все это передается из поколения в поколение. Конечно, там они могут закрывать емкость чем угодно. Там люди уже интуитивно, у них вкусовые рецепторы
развиты настолько, что они все чувствуют и все знают, как ведут себя их вина. Поэтому им действительно вот эти штуки могут быть абсолютно не нужны. А нам, дилетантам, которые только-только становятся на этот путь виноделия, вот эта штука очень сильно облегчает жизнь. Конечно, мы можем ее не использовать. Мы можем использовать все, что угодно. Крышечки, самодельные крышечки, шланги, затычки всякие, напальчники, презервативы. Ребята, все, что угодно. Насколько просто это удобно и насколько это информативно. И если вы по какой-то, назовем это так, религиозной причине не хотите купить вот эту вещь, ну они стоят бюджетно, абсолютно бюджетно. На Алиэкспрессе можно заказать, да сейчас они продаются повсеместно. Но если вы не хотите их использовать, ну либо, не знаю, там уже начался у вас сезон, вы их не купили, не надо делать поспешных действий. Например, используйте перчатку. Видите, перчатка опускается. Поменяйте ее на целую. Первоначально вы там дырочки делали в пальчиках. Поменяйте ее на целую, натяните ее поплотнее, чтобы фиксировать даже малейшее движение углекислого газа, да. Когда у вас уже все отбродило, ну не спешите сразу уносить в подвалы, например, снимите с осадка вино, залейте под горлышко, ну отставьте под обычной капроновой крышкой в комнатной температуре, чтобы в случае, если еще какие-то незавершенные процессы были, чтобы они вам не принесли неприятных сюрпризов. А вот 10-20-литровые бутыли, которые винтовой пробкой закручиваются пластиковой, даже у меня как-то, я уже закрутила, у меня порвало эту пробку пластиковую. Сидишь, тут такой треск, раз, и все, и трещина. То есть вот такое бывает. Поэтому просто тогда не спешите. Конечно, что-то использовать, либо не использовать, решает только вам. Но есть вещи, которые использовать удобно, и они очень сильно облегчают вам жизнь. Ну, хотите идти несколько по другому пути, это ваше право и ваш выбор. Просто не спешите тогда, дайте вину немножко времени, не надо его тут же укупоривать, тут же разливать по бутылкам, тут же прятать в подвал. Подождите, пусть процессы завершатся, и это поможет вам избежать не самых приятных сюрпризов в дальнейшем. Ну а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч!